великолепной форме, у него прекрасный боевой вес. Но Александр хорошо правый сбоку провел. Вот сейчас все, нокаут. Попал. Нокаут. Это нокаут. Поднимется Перес или нет? Поднимается, но я думаю, что рефери остановит бой. Продолжает, но он на ногах еле стоит. Посмотрите, а еще... Сенсация. Да. Точное попадание. Перес поплыл. После этого молниеносная атака. Нокдаун. И все было решено. Первый бросок правый сбоку. Александр уже попал. The winner by TKO victory. Still silver belt champion for the WBC. But now, the number one ranked heavyweight contender and mandatory challenger for the heavyweight championship of the world. Ruski Vitez, Alexander.